Если, проснувшись, вы бодры, как Илья Минин, и улыбаетесь, как Виктория Панина, то это утро точно будет добрым. И секрет вовсе не в том, что я пью кофе по утрам. А я улыбаюсь не потому, что за завтраком читаю анекдоты. Просто наш девиз. Проснулся? Зарядись удачей! А еще, чтобы быть в тонусе, надо слушать с утра приятную музыку. Голос, и кто же нас будет бодрить сегодня? Смотрите. Это же наша утренняя звезда Юлия Началова. Давайте поприветствуем ее. Молниеносная женщина. А это певица Юта. Кстати, ты знаешь, откуда у нее такой псевдоним? Да, это уменьшительно ласкательное от ее настоящего имени Анюта, но только без корня. Ты что, филолог? Кстати, наши имена без корней будут Уля и Юша. Ну, к счастью, корни на месте. Вот они, заряжают шары. Так, да, и ждем, кто же будет дальше. А это Катя Лель. Катя Лель, мы все хорошо знаем. И она очень часто приходит к нам на программу. Кстати, приносит удачу, проверено не раз. А удача нам сегодня очень потребуется. Особенно вам, уважаемые участники, тем, кто принимает участие в лотерее Бинго 75, жилищной лотереи и лотереи 6 из 36. Так что самое время получить стартовый заряд удачи с Юлией Началовой. Доброе утро, я Юлия Началова. И сегодня я хочу пожелать вам уверенности в себе, любви к себе и, конечно же, смелости, без которой ничего не получится. Музыка закручена. Музыка закручена. Музыка закручена. Музыка закручена. До небес. Музыка закручена. Музыка закручена. Музыка закручена. Музыка закручена. До небес. Мир, в котором я мечтаю и живу. Для тебя. Тиража лотереи Бинго 75. Напоминаю, что лотерея Бинго 75 по одному билету можно выиграть не один, а целых три раза. С более подробными правилами лотереи вы можете ознакомиться на сайте stoloto.ru и на лотерейных билетах.
Призовой фонд 29-го тиража составляет 4 977 550 рублей. Джекпот 15 549 460 рублей. И вы выиграете джекпот, если в вашем билете все 24 числа игрового поля раньше других совпадут с номерами шаров, которые выпадут из лототрона до 46-го хода включительно. Запускаем лототрон. Первый тур – углы. Выигрывают билеты, в которых 4 числа, расположенные в углах игрового поля, совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона, до 28-го хода включительно. Ждем первый шар. Шар номер 4. 4. Шар номер 31. 31. Шар номер 3. 3. Шар номер 10. Номер 10. Шар номер 58. 58. Шар номер 70. Номер 70. Шар номер 34. 34. Шар номер 75. 75. Шар номер 22. 22. Шар номер 25. 25. Шар номер 36. 36. Шар номер 28. 28. Шар номер 69. 69. Шар номер 24. 24. Шар номер 14. 14. Шар номер 63. Номер 63. Шар номер 35. 35. Шар номер 13. 13. Шар номер 55. 55. Шар номер 43. 43. Шар номер 5. 5. Шар номер 6. Номер 6. Шар номер 61. 61. Шар номер 33. 33. Шар номер 45. 45. Шар номер 57. Номер 57. Шар номер 23. 23. Шар номер 7. Номер 7. Стоп игра. Стоп игра. Первый тур углы завершен. Сумма выигрыша 250 рублей на каждый выигравший билет. Мы поздравляем всех победителей первого тура углы. Но не отвлекайтесь, ведь ваш билет может выиграть еще дважды. Знаете, я по историям победителей, я заметила, что когда люди выигрывают крупную сумму в лотерею, они все чаще решают свои материальные проблемы и все реже осуществляют свои столь непрактичные мечты. Реже, но все-таки встречаются среди наших победителей настоящие мечтатели. Фание Новиковой из Челябинска однажды приснился сон, что она летит на самолете в Москву. И этот сон стал для нее страстным желанием. И это желание сбылось. Фания выиграла в лотерею и отправилась в Москву за выигрышем. С тех пор в ее жизни началась полоса невероятной удачи, исполнение всех, даже детских желаний и большого семейного счастья. Впрочем, увидимся сами. За Челябинском закрепилась слава города заводов и тружеников. Отчасти это так. Здесь действительно много промышленных предприятий. Все они работают, и их трубы вовсю дымят. Но в том же Челябинске немало уютных уголков, а его жители совсем не лишены романтики. Учась в школе в 4 классе, было соревнование
велогонок, ну, в которых я участвовала. Правда, первое место не заняла, но вторая приехала. С той поры у меня появилась любовь к велосипеду, но своего велосипеда не было. Поэтому у меня мечта была купить велосипед. Пошла, значит, в банк платить кредит. Смотрю, стоит ларек. Покупая билет, думаю, хоть бы мне на велосипед немножко выиграть денег. Но мечта сбылась. Вместо двух колес судьба мне предоставила 4 колеса. Фуния выиграла автомобиль в русском лото. Но выигрыш взяла деньгами, которые разделила между сыном и дочерью. 2018 год стал для Фунии Новиковой по-настоящему счастливым. И начало этому счастью положила победа в лотерее. Уже в январе Фуния сидела с дочерью в самолете, направляясь в Москву за выигрышем. Дальше больше. Через несколько месяцев после того полета за удачей у Фунии родился первый внук. Жизнь поменялась моя. Почему? Потому что кто будет нянчить? Я хочу его нянчить, держать на руках. У меня аж слезы идут. Почему? Потому что это такое счастье, когда рождается первый внук. Планы на жизнь меняются. Сегодня Фуния ждет встречи с дочерью Натальей и племянницей Екатериной, с которой редко видится. О тете Фае можно говорить очень долго и много, потому что тетя Фая у нас очень светлый, жизнерадостный человек. Она очень энергичная. Мы ее очень все любим, уважаем. Очень были рады, когда мы узнали, что она выиграла. Я приобрела новую мебель в свою комнату, в квартиру. Купила норковую шубу, чему я очень рада. Который выигрыш сейчас у меня есть, и будущий выигрыш, я бы потратила на свое здоровье. Я бы съездила в санаторий. Просто хочу отдохнуть. А самое главное – понянчить моего внука, поласкать, подержать. Мне всегда интересно смотреть на людей, которым улыбается удача. Ведь удача все равно. Какого пола человек, возраста и статуса? Вообще, как удача делает свой выбор, никому не известно. Эту загадку пытались решить нумерологи, астрологи, математики, британские ученые. Все пытались вот это вот понять, но ответа нет. И никто не знает, для кого из участников русского лото 1 января 2019 года лотерейный билет станет пропуском в мир миллиардеров. Шанс стать миллиардером есть у каждого обладателя билета новогоднего тиража. Да, впервые в истории государственных лотерей в прямом эфире русское лото разыграет приз в размере 1 миллиарда рублей. 1 миллиард рублей будет гарантированно разыгран. А если победителей окажется несколько, миллиард рублей будет разделен между ними поровну. Остальных победителей ждут от 100 призов по 1 миллиону рублей и множество других денежных призов. И не забывайте, что вас также ждут особые новогодние призовые предложения лотереи «Бинго-75», «Жилищная лотерея» и лотереи 6 из 36. Торопитесь приобрести билеты. А сейчас возвращаемся к лотерее «Бинго-75». Начинаем второй тур пересечения. Выигрывают билеты, в которых 8 чисел, образующие пересечение на игровом поле, совпадут с номерами выпавших шаров до 38-го хода включительно. Напоминаю, что билеты, выигравшие в первом туре, продолжают участвовать и могут выиграть еще дважды. Запускаем лототрон. Шар номер 72. 72. Шар номер 44. Номер 44. Шар номер 64. 64. Шар номер 8. Номер 8. Шар номер 42. 42. Шар номер 12. Номер 12. Шар номер 30. 30. Шар номер 46. Номер 46. Шар номер 71. 71. Шар номер 17. Номер 17. Стоп, игра. Стоп, игра. Второй тур пересечения завершен. Сумма выигрыша
1000 рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем победителей второго тура! Напоминаю, что выигравшие билеты продолжают участвовать в розыгрыше и могут выиграть еще раз. Начинаем третий тур «Карточка 55». Выигрывают билеты, в которых все 24 числа игрового поля совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона, до 55-го хода включительно. Я еще раз обращаю ваше внимание, что если в конце тура в вашем билете будут зачеркнуты все числа, то ваш билет выиграет. А если это случится раньше других и до 46-го хода включительно, то ваш билет выиграет джекпот, который сегодня составляет 15 549 460 рублей. Мы запускаем лототрон. Шар номер 20. 20. Шар номер 51. 51. Шар номер 27. 27. Шар номер 38. 38. Шар номер 26. 26. Шар номер 56. 56. Шар номер 74. 74. Шар номер 67. 67. Внимание! Это был 46-й ход 29-го тиража лотереи «Бинго-75». И был ли сегодня разыгран джекпот, мы узнаем сразу же после окончания розыгрыша. Продолжаем третий тур. Шар номер 18. 18. Шар номер 50. Номер 50. Шар номер 37. 37. Шар номер 1. Номер 1. Шар номер 47. 47. Шар номер 53. 53. Шар номер 19. 19. Шар номер 2. Номер 2. Шар номер 21. 21. Стоп игра. Стоп игра. Третий тур карточка 55 завершен. Сумма выигрыша 40 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Мы поздравляем счастливых победителей. Кстати, медики утверждают, что от любого выигрыша в лотерею в организме человека случается мощнейший выброс дофамина, гормона радости и счастья. Так что, когда ты говоришь «счастливый победитель», то ты абсолютно права. Так, это вроде как от шоколада, да? Да, то же самое, только от выигрыша становится больше кошелек, а от шоколада становится... Секундочку. Ну, аллергия может быть, Вика, да. Хорошо. Так, давайте же продолжим нести радость людям. И перейдем в розыгрыши 29-го тиража лотереи «Бинго-75» категории «Последний ход». В ней выигрывают билеты, в которых до 72-го хода включительно будут зачеркнуты все 24 числа игрового поля. Сейчас в розыгрыше участвуют билеты, в игровом поле которых все еще остались незачеркнутые числа. Их нужно успеть зачеркнуть до последнего хода. Запускаем лототрон. Шар номер 66. 66. Шар номер 11. 11. Шар номер 68. 68. Шар номер 73. 73. Шар номер 39. 39. Шар номер 16. Номер 16. Шар номер 60. 60. Шар номер 29. Номер 29. Шар номер 52. 52. Шар номер 65. 65. Шар номер 15. 15. Шар номер 40. Номер 40. Шар номер 32. 32. Шар номер 41. 41.
Шар номер 49. 49. Шар номер 62. 62. Шар номер 48. 48. Стоп, игра. Стоп, игра. Это был последний ход сегодняшнего тиража. В лототроне осталось три шара. Это номера 9, 54, 59. Эти номера зачеркивать не нужно. Проверьте, если этих номеров в вашем билете нет, значит, вы выиграли. 29-й тираж лотереи Бинго 75 завершен. А сейчас пришло время подвести итоги сегодняшнего тиража. Итак, в 29-м тираже лотереи Бинго 75 джекпот не был разыгран. Джекпот следующего тиража – 16 миллионов 269 тысяч 110 рублей. А теперь узнаем, сколько же выиграли наши победители. В первом туре «Углы» выиграла 2512 билетов. Выигрыш 250 рублей на каждый выигравший билет. Во втором туре «Пересечение» выиграла 432 билета. Выигрыш 1000 рублей на каждый выигравший билет. В третьем туре «Карточка 55» выиграла 9 билетов. Выигрыш 40 тысяч рублей на каждый выигравший билет. И, наконец, в категории «Последний ход» выиграла 28 379 билетов. Выигрыш 100 рублей на каждый выигравший билет. Сегодня в 29-м тираже лотереи Бинго 75 было разыграно 4 257 900 рублей. Выиграла 31 332 билета. А есть ли победители среди участников нашей студии? Поднимите, пожалуйста, билеты, если вы выиграли лотерею Бинго 75. Вот они. Мы вас поздравляем. Ну что, вы почувствовали заряд радости и бодрости? Судя по лицам, да. Впереди нас ждут еще много эмоций, ведь нас ждет розыгрыш тиражей жилищной лотереи и 6 из 36. А пока приятный бонус «Хмель и солод» от певицы Юты. Доброе утро. С вами Юта. Вот этот шар говорит мне о том, что сегодня много-много человек выиграет немалые суммы денег. Вот этот шар говорит мне о том, что еще больше человек сегодня обязательно встретит свою любовь. А вот этот шар говорит о том, что пока я здесь стою и общаюсь с шарами, в России родилось 4 новых человека. Счастья новым людям! Пахли дымом и порохом мои мечты.
как Солод и Хмель. Как Лёлик и Болик. Как Пятачок и Винни-Пух. Илья, ты знаешь, какое это счастье встречать зиму за городом? На билете прочла. Угадал. Сегодня в 315-м тираже жилищной лотереи мы разыграем 12 загородных домов и 1000 денежных призов. А после окончания розыгрыша в лототроне останется всего 3 шара. Это значит, что выигрышей будет больше. Призовой фонд 315-го тиража жилищной лотереи составляет 33 848 350 рублей. Гарантированный суперприз 500 миллионов рублей. И мы запускаем лототрон. Призовой фонд первого тура 210 тысяч рублей. Напомню правила первого тура. В нем выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки верхнего или нижнего игрового поля раньше другие совпадут с номерами шаров, которые выдаст лототрон. Подробно знакомиться с правилами жилищной лотереи вы можете на сайте 100loto.ru и на лотерейных билетах. Мы ждем первый шар первого тура. 3. Номер 3. 32. Номер 32. 86. Шар номер 86. 13. Номер 13. 58. Номер 58. 38. Шар номер 38. 77. Номер 77. Стоп, игра! Стоп, игра! В первом туре жилищной лотереи выиграл один билет, приобретенный в республике Чувашия. Вы выиграли 210 тысяч рублей. Поздравляем вас! И переходим во второй тур. Приступаем к розыгрышу 12 загородных домов. Во втором туре выигрывают билеты, в которых все 15 чисел верхнего или нижнего игрового поля раньше другие совпадут с номерами шаров, которые выдаст лототрон. Запускаем лототрон. Пять. Шар номер 5. 26. Номер 26. Внимание! Следующий ход 10-й. Это значит, что прямо сейчас может быть разыгран гарантированный суперприз жилищной лотереи, который составляет 500 миллионов рублей. Напомню, что суперприз может выиграть тот, кто за первые 10 ходов зачеркнет все 10 чисел любых двух строк игровых полей. Мы ждем 10-й шар. Это шар номер 10. 10-й шар номер 10. Гарантированный суперприз жилищной лотереи сегодня не разыгран. 500 миллионов рублей будут ждать своего обладателя уже в следующем 316-м тираже. Продолжаем второй тур. 50. Шар номер 50. 73. Номер 73. 56. Шар номер 56. 39. Номер 39. Шар номер 8. Номер 8. 79. 79. Шар номер 70. 70. 1. Номер 1. 80. Номер 80. 41. 41. 85. Номер 85. 65. Номер 65. 24. Шар номер 24. 82. Номер 82. 81. Номер 81. 68. Номер 68. 11. Номер 11. 28. 28. 29. Номер 29. 48. Шар номер 48. 20. Номер 20. 19. Шар номер 19.
57. Номер 57. Шар номер 30. Номер 30. 27. Номер 27. 6. Номер 6. 21. Номер 21. 60. Номер 60. Стоп, игра. Стоп, игра. Приз второго тура разыгран. Загородный дом достается нашему участнику из Кемеровской области. Принимайте поздравления. Переходим в следующий, третий тур и продолжаем разыгрывать загородные дома. В третьем и последующих турах выигрывают билеты, в которых все 30 чисел обоих игровых полей раньше другие совпадут с номерами шаров, которые выдаст Лототрон. Запускаем Лототрон. Номер 64. 67. Шар номер 67. 14. Номер 14. 17. Номер 17. Шар номер 40. Номер 40. 43. Шар номер 43. 89. Номер 89. 55. Номер 55. 18. Номер 18. 37. 37. 72. Шар номер 72. 66. Номер 66. 78. 78. Шар номер 2. Номер 2. 31. Номер 31. 83. Шар номер 83. 71. Номер 71. 22. 22. 74. Шар номер 74. Шар номер 9. Номер 9. 45. Номер 45. 54. Номер 54. 12. Шар номер 12. 49. Номер 49. Стоп, игра. Стоп, игра. В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Иркутской области. Вы выиграли загородный дом. Поздравляем вас. Переходим в следующий, четвертый тур. Нам осталось разыграть еще 10 загородных домов. Вновь запускаем Лототрон. Шар номер 52. 47. Номер 47. Стоп, игра. Стоп, игра. В четвертом туре выиграли два билета, приобретенные в Пензенской области и Пермском крае. Каждый из победителей выигрывает загородный дом. Принимайте поздравления. Продолжаем розыгрыш загородных домов и в пятом туре. Запускаем Лототрон. 33. Номер 33. Стоп, игра. Стоп, игра. В пятом туре выиграли два билета, приобретенные в Самарской области и Москве. Вы тоже выигрываете загородный дом. Поздравляем каждого из вас. Переходим в шестой тур. Продолжаем розыгрыш загородных домов. Запускаем Лототрон. 42. Шар номер 42. Стоп, игра. Стоп, игра. В шестом туре выиграли 4 билета. Два из них были приобретены в Москве, а остальные в Тульской области и Санкт-Петербурге. Каждый из вас выигрывает загородный дом. С новосельем. Переходим в седьмой тур. Нам осталось разыграть последний на сегодня два загородных дома. Запускаем Лототрон. 51. Номер 51. Стоп, игра. Стоп, игра. В седьмом туре выиграли 3 билета, приобретенные в Воронежской и Волгоградской областях, а также в Москве. Стоимость оставшихся на сегодня двух загородных домов делится между этими тремя победителями. Таким образом, каждый из них выигрывает 466 666 рублей. Поздравляем вас! Илья, как ты думаешь, что с тобой было бы, если бы ты, к примеру, взял билет моментальной лотереи, стер защитный слой, а там
3 миллиона рублей! Ой, даже не могу себе представить. Но сейчас мы узнаем, что стало в подобной ситуации с Алексеем Булавиным из Самары. Смотрим. Это строение, похожее на инопланетный космический корабль, хорошо знакомо всем любителям футбола. И не только в Самаре, где оно находится. Во всем мире. Стадион «Самара-Арена» огромен. В диаметре он больше московских Лужников. После Мундиаля здесь проводятся домашние игры. Сегодня матч между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Совета». А среди собравшихся здесь болельщиков – страстный любитель футбола и преданный поклонник лотерей Алексей Булавин. Я болею за «Крылья Совета» с 1997 года. Что бы ни случилось с нашей командой, они навсегда в моем сердце. Я всегда их поддерживаю. Да, я иногда на них злюсь и обижаюсь, но все равно постоянно болею за них, несмотря ни на что. Предприниматель Алексей Булавин знает, какие эмоции вызывает победа. Крылья! Крылья! И это касается не только его любимой футбольной команды. Сам он победитель лотереи, которому достался выигрыш 3 миллиона рублей. Мы с моим товарищем поехали. Просто поехали на рынок закупиться продуктами. Я подошел к киоску. Купил 10 билетов в лотерею спорта «Лото» моментальный. И пока он ехал за рулем в машине, я в этот момент стирал билеты. Ну, он прикольнулся там и говорит, ну, следующий билет тоже будет 50 рублей, вот такой же выигрышный, ты ничего не теряешь. Я говорю, ну, давай попробуем. Стираю, там выпадает 3 миллиона. Ну, поначалу эмоций не было, они потом уже появились, потому что оба в шоке сидели. Я об этом узнал из телевизора. Да. Мне он ничего не сказал сам, я об этом даже случайно узнал, что он выехал. Но мне об этом не говорил. Неординарное, я считаю, событие. Да, 3 миллиона – это все-таки большие деньги. Не каждый день для моментальной лотереи, из близких, тем более. Из знакомых, а уж тем более из близких выигрывает. Поэтому удивление было, конечно. Алексей Булавин – человек соревновательного духа. По роду занятий – бизнесмен, умеющий рисковать. По увлечениям – любитель компьютерных игр. На свое хобби и потратил Алексей немалую часть выигрыша. Выигрыш потратил на игровую приставку последней модели. Компьютерными играми давно увлекаюсь, с самого детства. Также потратил на крутой телек большого размера. И оставшую часть вложил в бизнес. В принципе, я действовал осознанно, и я потратил на то, что действительно хотел. В 2019 году исполняется 20 лет с тех пор, как Алексей вместе с отцом в ларьке Роспечати своей рукой вытянул билет русского лото. И он сразу оказался выигрышным. Самый первый выигрыш в жизни был в 1999 году, когда мы с отцом купили билет в городе Таганрог. В итоге выигрыш был по сумме 142 рубля. Детские ощущения, как бы мне было 12 лет, конечно, они, наверное, самые такие запоминающиеся в то время было. Знаковые события, конечно, там, каждому из нас из детей приятно там получить хоть какие деньги и пойти что-то себе купить, а это тут как бы сам выигрыш. Да, ну у меня не такой удачный опыт участия в лотереях. Ну, играл, конечно, еще с советских времен, но больших выигрышей не было. Ну, были там какие-то, ну, более-менее, там, 50 рублей по тем деньгам, тоже, как сейчас, может 100 тысяч. В жизни каждого человека бывают разные моменты, светлые и не очень. Но крупный выигрыш в лотерею всегда означает начало белой полосы. Особенно, если верить в позитивную силу однажды улыбнувшейся удачи. Ну, Илья Валерьевич, теперь я знаю, что вы хотите найти в качестве подарка под елочкой. Надеюсь, вы написали письмо Деду Морозу и получите игровую приставку. Ну, а теперь вернемся к делу и продолжим наш розыгрыш. Да, мы приступаем к розыгрышу оставшегося денежного призового фонда 315-го тиража жилищной лотереи. Размер выигрыша вы увидите на ваших экранах. Запускаем лототрон. Шар номер 7. Номер 7. 62. Номер 62. 75. Номер 75. 35. Номер 35. 88. Шар номер 88. 53. Номер 53. 87. Номер 87. Шар номер 23. Номер 23. 34. Номер 34. 63. Номер 63.
4. Номер 44. 61. Шар номер 61. 36. Номер 36. 69. Номер 69. 15. Номер 15. 90. Шар номер 90. 46. Номер 46. 16. Номер 16. 84. Номер 84. Шар номер 4. Номер 4 и стоп-игра. Стоп-игра. Это был последний ход сегодняшнего тиража жилищной лотереи. Итак, в лототроне осталось 3 шара. Это шар номер 25, 59 и шар номер 76. Эти номера зачеркивать в своих билетах не нужно. Проверьте, если ни одного из этих номеров в вашем билете нет, это значит, вы выиграли! 315-й тираж жилищной лотереи завершен, а сейчас подведем итоги. Итак, сегодня выиграло 200 416 билетов, а всего было разыграно призов на общую сумму 30 282 179 рублей. Мы еще раз поздравляем всех сегодняшних победителей жилищной лотереи. Пусть в ваших домах всегда будет уютно, тепло и весело. Ну а если вы устали от загородной тишины и хотите квартиру в столице, в Новый год вполне может произойти чудо. Ведь в новогоднем 318-м тираже жилищной лотереи будут разыгрываться 50 квартир в Москве! И разумеется, вас ждет суперприз, который составляет 500 миллионов рублей! И билеты новогоднего тиража жилищной лотереи уже в продаже, торопитесь. Ну а в следующем 316-м тираже вас будет ждать суперприз в размере 500 000 000 рублей. 10 квартир, а также 1000 денежных призов. А поклонницам группы «Корни» я советую приобретать недвижимость в высотных зданиях, не ниже 25-го этажа. Всем привет, мы группа «Корни», и мы хотим, чтобы вы всегда могли почувствовать вкус победы. Чтобы ваш заряд энергии был всегда 100%. И чтобы вы притягивали к себе удачу, как я эту молнию. Отражаются огни, бензином город весь пропал, и мятным
снегом на губах растает сказка о любви и эти дни. А моя любовь живет на 25-м этаже, а твоя душа зовет. Начинаем розыгрыш 171-го тиража лотереи 6 из 36. В ваших билетах зачеркнуты 6 чисел. Из лототрона выпадет всего 6 шаров. За этот короткий промежуток времени будут разыграны 1000 денежных призов. Если в вашем билете совпадут все 6 чисел, то вы выиграете суперприз. И внимание! Если в сегодняшнем тираже накопленный суперприз разыгран не будет, то часть его суммы будет распределена между всеми победителями. В этом случае все выигрыши увеличиваются в 2 раза. Призовой фонд 171-го тиража составляет 9 620 100 рублей. Суперприз этого тиража – 22 701 266 рублей. Мы запускаем лототрон. Ждем первый шар. Шар номер 6. Номер 6. Шар номер 1. Номер 1. Шар номер 13. Номер 13. Шар номер 7. Номер 7. Шар номер 21. Номер 21. Шар номер 29. И последний шар номер 29. Итак, из лототрона выпало 6 шаров. Сейчас я повторю их номера, а вы внимательно проверяйте ваши билеты. Выигрышная комбинация тиража состоит из следующих номеров. 6, 1, 13, 7, 21, 29. 6 номеров из 6 сегодня совпали! Совпали! Суперприз разыгран! Вот это да! Где был приобретен билет? Суперприз выиграл билет, приобретенный в Челябинской области. Поздравляем! Суммарный выигрыш составил 24 151 766 рублей. Внушительная сумма, я присоединяюсь к поздравлениям.
С результатами розыгрыша сегодняшнего тиража вы можете ознакомиться на нашем сайте stoloto.ru. Также результаты вы видите на ваших экранах. Розыгрыш 171-го тиража лотереи 6 из 36 завершен. Гарантированный суперприз следующего тиража – 3 миллиона рублей. Ну а через неделю в следующем 172-м тираже вас вновь будут ждать тысячи денежных призов. Вика, рад, что ты снова здесь. Ну, а я рада лично поздравить обладателя суперприза сегодняшнего тиража лотереи 6 из 36. Мы сегодня с тобой рассуждаем о том, как сделать даже самое хмурое, серое зимнее утро по-настоящему добрым. И я вывела 5 правил. Так. И, между прочим, 2 из них я знаю. Проснулся, улыбнись и зарядись удачей с нашей программой. Голос, ты, как всегда, прав. Смею предположить, что есть еще одно правило – это встретиться с лучшим другом и поделиться с ним хорошим настроением. Да, сегодня нам это блестяще удалось. Наконец, 4 правило – подготовиться к доброму утру. А именно, постарайтесь заранее приобрести лотерейные билеты и не упустите свой шанс почувствовать на себе действие гормона счастья – дофамина. А правило номер 5? А правило номер 5 – знать, что после доброго утра всегда наступает добрый день. А после него – добрая неделя до нашей с вами следующей встречи. В том же месте на НТВ и в то же время по субботам в 8 часов 20 минут. Счастливо! Отличного настроения вам! Пока! А у меня есть еще 6 правило доброго утра. Слушайте голоса любимых исполнителей. С вами остается Катя Лель. Доброе утро! Я Катя Лель. Хочу настроить вас на хорошее настроение, веру в себя и веру в то, что все мечты сбываются. Нужно просто очень сильно этого захотеть.